Здравствуйте, мои дорогие. Так как времени у меня мало, я звоню. Все время занят, то я сейчас записываю видео в основном из своего штаба. Вот у меня есть срочный телефон, если что. Ну что ж, стих я придумал. Я подошел к тебе однажды, увидел в твоих глазах яркий свет, спросил тебя, ну как делишки, услышал хорошо в ответ. Ты улыбнулась так приятно, мне стало сразу вдруг тепло. Мужское дернуло начало и вспомнил жизни бытие. Ну что поделать, если дальше случилось так, что слов уж нет. И как уйти от этой фальши? И быть простым тебе в ответ. А ты смеешься, улыбаешь своей красивой губой. Меня за сердце задеваешь. Что сказать мне? Ну постой. Быть может, в будущем, возможно, я подойду. Поговорим? О да, конечно, без вопросов. Даже тихо посидим. Конечно, для меня все просто, но я не знаю, как мне быть. Что мне? Дорогу тут подскажет, где моя тонкая нить, чтобы зацепиться, свить канаты, потом тросы и полотно огромной крепкой ткани. Это жизнь моя и ремесло. Но не по жизни я живу, не по характеру иду я, не по любви. Тоскую, а по желанию к себе. О, эго постоянно хочет, меня достало уж желать. Ну что ж поделать, хочешь, ладно, пусть будет так. Это конец. Крыша едет. Мира вам, добра и любви. Мне пора дальше работать, выслушивать, как у кого-то на даче яблоки поспели в парнике тепличном, обогреваемом. А тут в Турции не так, не то. Да
что вы, что вы. Это очень даже хорошо, вам повезло, что вы вообще сюда попали. А вот попали бы вы в соседний отель. Там вообще вы не представляете, что там творится. Вам повезло. Вам действительно повезло. Не желаете съездить куда-нибудь? Кому просто у человека счастье, удачи и любви.